В этот день, 11 сентября, родились Александр Довженко, советский кинорежиссер, автор известного за рубежом фильма «Земля». Семен Лавочкин, авиаконструктор, создатель истребителей марки Ла-5 и Ла-7. Борис Жутков, писатель. С Борисом я познакомился в детстве. Мы были однолетки, учились в одном классе, одной и той же одесской, второй прогимназии. Он сидел впереди, молчаливый, очень прямой, неподвижный. Вспоминал друг Жидкова, писатель Корничуковский. Борис жил в порту, его дяди служили адмиралами, поэтому на живом примере юноша подался в морскую романтику. Работал штурманом парусника, капитаном научно-исследовательского судна, участвовал в кругосветном путешествии. Свои впечатления он воплотил на бумаге первым рассказом «Злое море», которое издательство одобрило, а дальше пошло-поехало. 74 очерка, 59 рассказов и повестей, 7 романов. Юный натуралист, пионер. Детские издания постоянно печатали морские рассказы или рассказы о животных Жидкова, ведь основными его читателями были дети. Хотя для себя главным произведением писатель считал роман «Виктор Вавич» о событиях Первой русской революции и духовном падении царского околоточного. Из-за писателя Фадеева, раскритиковавшего содержание романа, полный тираж книги был уничтожен и опубликован лишь в 1999 году. Если бы у этого романа была судьба, он занял бы нишу между «Тихим Доном» и «Живаго». Теперь он станет, может быть, лишь темой диссертации, так отмечал прозаик Битов. В этот день, 11 сентября, отмечается День воинской славы России в честь победы эскадры адмирала Ушакова над турками и в битве при Тендре в 1790 году. 11 сентября 1834 года в Петербурге на Дворцовой площади в память победы над Наполеоном установлена Александровская колонна высотой 47,5 метров. Ровно через два года состоялось ее торжественное открытие. 11 сентября 1863 года русская эскадра вошла в североамериканские порты. Это была акция поддержки России с севера в гражданской войне в США. 11 сентября 1917 года в городе Выборге состоялся самосуд против генералов, сторонников Корниловского выступления. Февральская революция 1917 года не только окончательно ликвидировала монархический строй, но и отменила ненужную, по мнению новой власти, работу полицейских. Амнистия главы Временного правительства Керенского привела к тому, что на свободу вышли разные слои преступного мира, включая террористов, убийц и насильников, так называемых «жертв царизма». В Петербурге за 6 месяцев 1917 года количество краж выросло в 7 раз. Избиения и убийства горожан стали обычным явлением. Вооруженные солдаты ходили толпами и расправлялись с неугодными людьми без суда и следствия. Один из самых громких самосудов произошел неподалеку от Петербурга в городе Выборге, когда орава обезумевших солдат ворвалась в здание гауптвахты, вытащила арестованных офицеров, жестоко избила и сбросила всех в залив. Вина убитых состояла в том, что они поддерживали генерала Корнилова, который в июле был назначен на должность верховного главнокомандующего. Назначение произвел Керенский, он разделял многие убеждения генерала и надеялся, что воин старой формации наведет порядок в войсках. Однако уже в августе Керенский опомнился и счел опасным для своей власти не только набиравшую популярность фигуру Корнилова, но и всех его сподвижников. Корнилов был объявлен изменником, снят с должности и арестован. В день самосуда над выборгскими офицерами была заключена под стражу другая группа корниловцев, получившая название «Быховских узников». 11 сентября 1943 года был выпущен первый советский граненый стакан. Автором его внешнего вида была известная скульптор-монументалист Вера Мухина. 11 сентября с 1962 года отмечают ежегодный Международный день памяти жертв фашизма. Согласно постановлению ООН, Международный день памяти жертв фашизма отмечают каждое второе воскресенье сентября. В этот день потомки скорбят о 55 миллионах человек, погибших в ходе Второй мировой войны. Самые большие потери понес СССР около 27 миллионов граждан. Только в Ленинграде, по официальным данным, от бомбежек и голода погибло свыше 640 тысяч жителей. Хотя многие историки придерживаются цифры в 1,5 миллиона человек. Когда побеждает фашизм, перестает существовать человек. Остаются лишь внутренне преображенные, человекообразные существа. Но когда побеждает человек, наделенный свободой, разумом и добротой, фашизм погибает, и смирившийся вновь становится людьми, так писал Василий Гроссман. Таким был этот день, 11 сентября.